Главный санитарный врач региона вновь внес изменения в существующие правила карантина. Теперь маски на улицах можно не носить. Привлекать за это к ответственности не будут. Зато появилось обратное правило. Заходя в людное помещение, маски надевать обязательно. Такими местами могут стать аптеки, магазины, офисы и любые другие учреждения и организации. Еще одно изменение касается вопросов передвижения людей. С сегодняшнего дня запрещается жителям выход из мест проживания с 22 часов до 6 часов утра. То есть в ночное время должны в обязательном порядке находиться дома, не выходя на улицу. Значит, ограничивается в этот же период передвижение транспорта. То есть весь личный транспорт не должен выезжать или передвигаться по улицам с 22 часов до 6 часов утра. Но из этого правила есть исключение. В ночное время могут передвигаться на своем авто представители ряда государственных органов, организаций, которые задействованы в проведении сельскохозяйственных кампаний, а также другие транспортные средства, которые имеют разрешение от оперативного штаба региона. Но есть и еще одна категория. Разрешено передвижение на личном транспорте лицам, осуществляющим уход за больными, инвалидами, престарелыми, а также лицами, которые не могут сами передвигаться. Поэтому есть у нас такая категория людей, которые ухаживают за ними, в частности, это может быть дети, может быть, кого-то привлекают. Для такого передвижения есть условия. С собой должен быть документ из медицинской организации, который бы подтвердил, что за человеком, которому направляется водитель, необходим уход. Подойдут как оригинал, так и копия. Еще одно послабление затронуло уже не людей, а магазины. Разрешена работа объектов оптовой реализации непродовольственными товарами первой необходимости, к которым в первую очередь относятся предметы гигиены, косметические, моющие средства, чистящие средства, порошки. Все эти изменения начинают действовать с сегодняшнего дня. Аспан Кокимжанов, Наталья Басмурзина, РТН.